колечко. Спасибо. Все, ничего не говори. И вот тебе лучше листочек, маркер. Можешь писать все, что хочешь, но молчи. О, и я тебя люблю. Ну все, лежи, отдыхай. А я пойду с друзьями встречу. На встречу выпускников вечером буду. Ну, что это ты на меня кричишь? Чуть-чуть посиди, пообщаемся, вечером буду. Это что за тон еще такой? Ты что, мне не доверяешь, что ли? Это я уже слышал. В прошлом году я тебя отпускал, отпускал. В этом году пойду я. Ну и что ты молчишь? Отпускаешь? В смысле, делай, что хочешь. Я просто хочу с друзьями встретиться. Ой, да что ты знаешь, что ты знаешь? Да, я не умею пить. Но в этот раз обещаю за собой следить. Все, вечером приду. Аривидерчи. Слушай, Аркаша, ты когда-нибудь меня обманывал? Нет. Ну, хорошо. Да. Но это было один раз. Помнишь, мы когда только познакомились, мы встретились в компании общей, и мы играли в Элиас. Я тогда еще все слова прям очень быстро отгадывал, и ты восхищалась, какой я умный. И? Я тогда просто все карточки посмотрел и знал все слова. Ничего страшного, слушай. Это же фигня какая-то. Хорошо, что ты мне признался. Между нами не должно быть никаких секретов. Да? Вот, а потом с твоей подругой целовался. Но это только потому, что мы только познакомились, и она мне первая приглянулась, и... в общем... Да пошутил я, Люб, ты чё? Не смотрела никакие карточки, я правда умненький. Ты не зря восхищалась? Ну с какой хоть соли? Чё делаешь? Футбол смотрю. Футбол, обожаю футбол. Ты? Ты же ничего не понимаешь в футболе. Да я родилась на футбольном поле. Да я знаю про футбол все вообще, тихо. Поехали, поехали, давай, давай! Поехали! Поехали! Так, стоп, этот куда пошел? Так его уже удалили. Поняла. Это футбольная эпиляция. Да, да, да! Ты что так радуешься? Ну так пенальти же назначили! Да, да, да! Ну ты что радуешься? Это же реклама. А кто это, кто это, кто это? Роналду. Красиво играет. Он просто футболку снял. Ну красиво же. Не, ну это не то. Ой, ну вот что ты лег, лежит, время тянет, да? Ой, ничего плохого в этом нет, пусть тянет. Некоторым не мешало бы потянуть время иногда. А сейчас что делают? Ну пенальти пробивают. Я все поняла. Остался маленький незначительный вопрос. Наши в каких футболках играют? Наши вообще не играют. Все, поняла. Что происходит? А, ну это традиция, футболками обмениваются. Прикольно. Да, прикольно. Нет, не прикольно. Ой, да ты просто ничего не понимаешь в футболе. Дебил. Сейчас для Любаши сюрприз будет, а то, говорит, не делаешь мне сюрпризов никогда. Вот сейчас она удивится так. Ой, как хорошо дома-то. Ай, очень хорошо. О, хорошо так. О, все, теперь твоя очередь. В смысле, давай еще, чуть-чуть и все. В смысле еще, Люб? Все, твоя очередь. Все. Аркаш, ну ты минут 10 делал. Я час делал примерно, Люб. Ой, ладно, все, садись. Давай. Вот здесь вот проработай, пожалуйста. И вот, вот побольше плечевой. Ой, не надо мне объяснять, Аркаш, я ходила на медицинские курсы. Давай. Люб, ты что делаешь-то? Аркаш, ну у тебя там отложение солей, это надо убирать обязательно. Все, Люб, давай лучше я сделаю тебе. Как хочешь, Аркаш, конечно, давай. Давай. Ой, очень хорошо. Мне, по-моему, кровь в пальцы не поступает. Продолжай, Аркаш. Просто делай тогда локтями. Аркаш, иди-ка сюда! Это что такое? Что? Вот это что такое? Люба, ты что, забыла, что ты говорила? Что я говорила? Ты говорила, что я за тобой не ухаживаю. Ну, а при чем тут пятно? Ну, ты говорила, что я тебя не удивляю. Ну, а при чем тут пятно? Ну, ты говорила, что я тебе кофе в постель не приношу. При чем тут пятно? Ну, вот возьми свои слова обратно, потому что это кофе в постели. Аркаш, я тебя... Что? Убью сейчас. Так, секундочку. У меня есть заявление. После этого всего и будь романтиком с тобой. Люб, какую футболку надеть, эту или эту? Вот эту. Ага. Люб, а какие штаны надеть? Джинсы. Ага. Люб, а ты носочки не видела? Вон там, вот Аркаш. Люб, а что лучше надеть, рубашку или свитер?
хочешь рубашку. Ага, тогда и собран. Аркаш, Аркаш, а какое платье лучше, вот это или вот это? В смысле, какое платье? Ты что, до сих пор не определилась? Люк, взрослый человек, сама не можешь собраться. Я жду тебя вообще-то готовой уже сколько. Вот, даже не хочу. Аркаш, а тебе не кажется, что мы как-то постыли друг другу, что ли? Нет, не кажется, все норм. Нет, я серьезно, но нам как-то нежности не хватает. Я тебя все время дебилом называю. Ты меня вообще просто Любой. Надо что-то менять. Ну да, давай я тебя буду называть Кися. Кися, Аркаша, я серьезно. Ну вот смотри, ну вот Антон, он же нежен по отношению к Коле. Он не слащав, не кривляется, а вот просто нежен. Он заботится о нем, какие-то они милые. Он такие слова все время говорит. Что тебе мешает делать то же самое? Ну не знаю. Оля как-то она не в моем вкусе, что ли. Ну да. Чего? Чё? Вот дебил. Ну, Лю. А знаешь что? А идеальные у нас отношения. А я про что? Антон, придурок. Ну? О, Любаш, слушай, пацаны в приставку сегодня собираются все поиграть. Можно я пойду? Аркаш, какую приставку? Мы же собирались сегодня вечер вместе провести. Ну там все идут, можно или нет? А знаешь что? А вот прими решение сам, чтобы потом я не оказалась виноватой. Сам? Да. Хорошо, я принял решение. Все, пока. Все, Любаш, ты золото, пока. Ну, вот, молодец, я тебе не сомневалась. Паспорт забыл. Решил в ванной полежать. Но это мое решение. Естественно. Короче, есть очень популярный челлендж, и я тоже хочу его повторить. Люб. Люб, ну это же челлендж, Люба. Акашенька, а это тоже челлендж. Как стать бомжом за 2 секундочки? Передаю эстафету всем дебилам, которые кидают сыр своих девушек. Дебил. Ну, Лю! О, я знал. Ты вещи свои забыл. Ого, смотри, кто на меня подписался! Кто? Ким Кардашьян. Да ладно? Да, я известный! Ну-ка. Аркаш, ты говоришь фейк, тут 56 подписчиков и одна фотография. Ой, не завидуй. Да чему тут завидовать, Аркаш, там сидит 12-летний ребенок, ну серьезно. Ой, вот смотри, вот на меня Билан подписан, например. Серьезно? Угу. 20 подписчиков? Да. Билан Антон. И че, это мой одноклассник, между прочим. Он в Саратове очень известный человек, уважаемый. Так что я со звездой общаюсь, а ты с фейком. И после этого я дебил? О, тихо, он мне лайк поставил. Угадай, кто? Ой, ты, боже мой, кто может быть с той стороны? Так, это точно не Люба, потому что сейчас 6 вечера, и Люба должна быть на работе. Тогда это моя любовница Лена ко мне пришла, да? Точно, Лен, ты? А, нет, стоп, не отвечай. Сегодня же вторник, а это значит, что ко мне должна была прийти Катюша с 4-го этажа, моя сексуальная соседка, с такой прекрасной, красивой попочкой. Или нет? Настенька, это ты? Это Настюша, моя коллега, которая все время ходит в коротких юбочках, и у которой еще постоянно видно красный лифчик, да? Да, признавайся? Ты? Нет, это Вероника. Или по-другому, мисс Кудесница. Потому что только у нее есть дубликат ключей от нашей квартиры. И только она периодически приходит ко мне заняться ни к чему не обязывающему сексу. Да, Вероника, это ты? Дебил. Аркаш, время стирки, у тебя нет грязные вещи? Нет, у меня все чистые. Ну, конечно. Аркаш, ты же ешь как свин, но у тебя все вещи все время грязные. Ой, я сейчас сама посмотрю, господи. Аркаш, а как это? Да я просто один лайфхак классный нашел. Ну, слушай, горжусь тобой. Молодец. Вот всегда бы так. Слушай, Аркаш, я забыла спросить. Аркаш, ну это же моя майка!
Ну, классный же лайфхак. Кстати, а у тебя вот очень много грязного белья. Не тяни, стирай. Вот. Возьми, кстати, на заметочку. Дебил!